Добро пожаловать на мой канал Nazi Cook. Сегодня готовим в казане самое вкусное блюдо — казан кебаб. Будем жарить, томить, пробовать. Подписывайтесь, поставьте лайк. Ну что, начнем? Нам понадобится мясо баранины, курдючный жир, 1,5 килограмма картошки, 2-3 луковицы, кориандр, черный перец, чабрец и соль, подсолнечное масло, вода. Сначала наливаем подсолнечное масло. Наша картошка должна внутри почти плавать, чтобы она хорошо зажарилась. Где-то 700 миллилитров налили масла. Масло разогрелось. Давайте жарить нашу картошку. Перемешиваем. Картопты шығара сала маринаттау керек. Кішкене тұз дайымыз. Кориандрдан себейік. Қара бұрыштан себейік. Үстік дән тұзы кіріп тұрсын. Так, все мясо выловили. Масло вот так вылить надо. Рухмай. Үш пиязың бәрін салды. Қыздай ұтайыр. Сдаем. Нет. Кориандр вот там. Добавляем кориандр. Черный перец. Чабрец. Не съели керемет. Выложим нашу картошку аккуратно. Бр, 150 миллилитров. Четвернен. Налили воду. Где-то миллилитров 100-150. Теперь будем томить. Где-то час. Закрываем крышку. Мы должны томить, поэтому мы убираем огонь.
она должна уже не жариться, да, а томиться. Поэтому регулируйте огонь. Картошка тает во рту. Мясо очень вкусное, мягкое. С лучком. Вообще тело. Земля. Оформим красиво, подадим. Разрезать лучок зелени. Наш казан-кебаб готов. Пойдемте подавать к столу. Если нравится видео, подписывайтесь, поставьте лайк и не пропустите мои новые рецепты. Получилось очень вкусно, попробуйте и вы. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Приятного аппетита!